Риддере подтопило два дома и четыре придомовые территории из-за резкого поднятия уровня воды в реке. В город экстренно приехал аким Восточно-Казахстанской области Ермек Кошербаев. На месте развернул работу оперативный штаб. Жители от эвакуации отказались. В настоящее время воду уже откачали, приступили к высушиванию фундаментов. Ситуацию держит на контроле лично глава региона. О том, что стало причиной подтопления, проинформировал аким Риддера Даулет Батырбаев. По установленным причинам подтопление возникло ввиду того, что река Хайрисуска вышла из берегов и начала подтопление близлежащих расположенных домов. Случилось это ввиду того, что на ЛКГС был большой несанкционированный сброс воды с целью, значит, недопущения ситуации по остановке водозабора. После чего, значит, шуга скопила, сделала затор, в результате чего вода вышла из берегов и начала подтопление. Сейчас по поручению Ермек Белебаевича аким области мы, значит, комиссионную проверку будем проводить по данному факту, насколько будет возможно установим виновных, привлекем к административной и другого вида ответственности, если потребуется. Это раз. Второе, значит, с целью восстановления ущерба мы, значит, привлекли организацию лицензированную, оценочную, которая сейчас как раз в данный момент и ведет оценку ущерба.